Пушки. Ой, игрушки Мишины пришли. Четырехтысячная серия. Радости-то, радости-то. Четырехтысячной серии. Должно быть 6 подшипников. Запасная шпуля пластик, конечно. Основная должна быть металл. Дайва Диффер. Хорошая, на вес тяжелая, значит, не из гольного пластика сделана. Сейчас посмотрим ход. Должен быть мягкий. Ну, в принципе, ничего не это, да, хороший мягкий ход. Обработка здесь, конечно, ролика оставляет желать лучшего, но в этой зоне он, по крайней мере, не нужен. Ну а так, с виду прочный корпус, вес приличный. Тянет на те деньги? Да, вполне. Хорошая катушечка. Покупал на фидер. Так, в принципе, все вполне сносно, при условии, что катушки есть за 50 и за 80 тысяч. Эта катушка за 1600 более чем. А это вторая. Это только малая часть пришла, по-моему, да? Ну, малая, не малая. Не малая? Часть. Кайда Про DF4000. Зачем тебе две? Ну, на два фидерных удилища. Две катушки. Тоже хороший ход. Все отлично. Нравится? Да. Ну, отлично. Вазя.